Здравствуйте все, с вами я, Родион Митрошенко, и это опять Майнкрафт с модами Фабрик. Ребята, один человек мне говорил, что трудно сделать сборку модов и открыть сервер, чтобы играть Майнкрафт с модами именно и Фабрик. А он все пиздел, ребята, этот человек. Я его в бан отправил. Он уже у меня долго в бане сидит. Но он не за этого в бане сидит. Ребята, я вам сейчас покажу. Короче, у меня открыт сервер. Не на какой-нибудь хосте. На всяком дерьмовом хосте, который бесплатный. Нет, я открыл на своем компьютере. Сервер Фабрик. Собрал модпак, положил моды туда. И открыл, короче. Я сейчас все покажу вам. И это самое. Что еще сказал? Хотел сказать. Моды я поставил такие, более-менее ванильные. Никаких там всяких мега таких, которые ванильный Майнкрафт бы почил бы. Более-менее ванильный Майнкрафт у меня, в общем-то, вот. Давайте зайдем, я вам сейчас все покажу. Заходим в синглплеер, то есть в мультиплеер заходим. Сразу же у нас логотип есть, описание есть. Написано, что безопасный сервер. Я поставил минимальный, слоты пока что, потому что кто-то присоединится. Я не знаю, кто будет присоединяться. Сразу говорю насчет присоединение, поиграть вместе, читеров буду банить. Что еще? Только лицензия Майнкрафта. Только по лицензии Майнкрафта, ребята, буду пускать. Заходим. Я сейчас смотрю. И я появился, ребята. Так я появился на дереве. Я поставил, как его называется-то, адвансменты. Называется Blaze Cave Advancements. Так что, ребята, кому мало модов, то есть не модов, а этих самых, адвансментов, пожалуйста, выполняйте, заходите, выполняйте адвансменты. Много адвансментов, сейчас у нас ночь на улице. Если нажать на Tab, у нас показывается TPS, пинг показывается. Также показывается... у нас что? Показываются игроки, которые есть у нас. Пинг у нас 20 пока что. Пинг 79 высокий, да? ТПС 20. Нормально, кстати. ТПС. Минуточку. А почему у меня вне наушниках звук идет? Адвансмент мы получили. Оп.
И первая ночь у нас. Advancement. Так, у нас уже день скоро. Так, делаем crafting table. И получаем еще один advancement. Так, делаем топор. Делаем кирку. И делаем меч. Вот. Оп. Вау, 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 зомби. Зомби, зомби, а! Ой-ой-ой, зомби. Скелет! Я тебя забаню, понятно, скелет? Я тебя забаню. Бан получишь. Бан! 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 Так, ладно. Так, первая смерть — это ничего, ребята. Так, кстати, голова игрока мы получили, ребята. Смотрите, мы собственную голову получили. Так, options, музыка. Так, можно это самое, звуки эмбиентные. Эмбиентные звуки можно сбавить, кстати. А, в общем-то, вот. Оп. Так. Так, топор. Так, минутка, где мой топор? А, еще один. Так. Вау-вау-вау! Я тебя бан выпишу. В общем-то... Так. Так, деревья. Да, кстати, не забывайте высаживать это самое, как его называется-то, деревья обратно. Вот, ребята, не забывайте высаживать их обратно, деревья. Потому что... Надо заботиться о природе, ребята. Так, лопата. Вот. Оп. В общем-то... Сейчас я сломаю. Оп. Вот. Скачать можно будет... модпак можно будет скачать в Дискорде, ребята. Вот. Стримы я буду запускать завтра, ребята. Вот. В 10 часов я запущу стрим, ребята. Вот. По латвийскому времени. То есть плюс 2... Как это... Как там было? У УТП и у... В общем-то, завтра я стрим запущу, ребята. Еще раз скажу. В общем-то, можно будет скачать этот самый, как его называется, модпак в Дискорде, ребята. Но только тем, кто хочет играть, присоединиться в это самое, вот, на сервер, да, и только по лицензии Майнкрафта, ребята. Только лицензия. А всем, ребята, пока.